Серег, привет! Как ты там? Узнал? Надеюсь, что узнал. Ну, о том, что сегодня говорит система в Одноклассниках, у тебя сегодня день рождения. Днем рождения тебя. Ну, я сейчас нахожусь в яхт-клубе. Сегодня у нас отличная погода. Эта река называется Айнгул. У нас пирс небольшой. Как видишь, погода тянет на легкий меланж и романтику. Ну, как говорится, для кого как. Что хочу пожелать тебе в первую очередь? В первую очередь желаю тебе здоровья, потому что сейчас это самое важное, самое необходимое, что нам сейчас необходимо иметь. Потому что ни за какие деньги мы его не купим. Может, только поддержим. Что еще? Реализация всех твоих планов, всех твоих задумок, всех твоих самых гениальных, безумных, иногда даже адекватных идей, какие не только у тебя есть, чтобы все у тебя было реализовано, чтобы все было схвачено и не было только на мази. Что еще? Надежных, уверенных, стабильных друзей, которые тебе всегда помогут, и ты, соответственно, дашь ежедневный совет. Ну, что еще пожелать тебе? Большой чистой любви, взаимопонимания в семье, любить и быть любимым. Новых силовых показателей, иметь наконец-то подаванов в этом деле. Ну, что еще? Ну, здесь все пожелал. Покорение новых стран, новых горизонтов. Ну и, соответственно, по нашей старой очень доброй традиции, что у тебя все было, чтобы встретить ничего не было. Серег, сегодня твой день, сегодня пьем за тебя. Я тоже точно за тебя 50 грамм улик выпью. За тебя, за твое здоровье, всех благ тебе, чтобы у тебя все было чики-пики. С днем рождения тебя! Вот такой вот закат у нас бывает в Николаеве. По крайней мере, летом здесь очень красиво. Я надеюсь, у тебя все в порядке. Если удастся приехать к нам в декабре, я буду только ждать, потому что теперь мы работаем, можно сказать, в формате Full HD. Так что, если говорить о материалах и съемке и фотографиях, то за это можно не беспокоиться. Как твоим услугам, чуть что обращайся. Где ты сейчас? Я надеюсь, ты уже приехал из Венеции, потому что я там видел у тебя фотографии, ты уже где-то в Штатах или еще где-нибудь. Честно говоря, я тебя по-белому завидую, потому что путешествовать это классно, потому что сидеть на месте это скучно, нудно и никаких новых впечатлений. Надеюсь, что когда-нибудь я тоже достигну пределов, если не США, то Западная Европа. Ладно, с днем рождения тебе, еще с днем. Надеюсь, у тебя все будет в порядке. Бог даст, свидимся. Привет из Николаева на Украине.